32-летняя Полина Гагарина провела выходной в кругу семьи. Вместе с двухлетней дочерью Мией звезда нарядила новогоднюю елку. Певица поделилась видео, на котором запечатлен уже результат стараний звездного семейства. На елке горят фонарики, а маленькая девочка с восхищением смотрит на нее. «Елочка, гори», — говорит Мия. Девочка покружилась в нежном клетчатом платье на радость поклонникам своей мамы. Наставницы шоу «Голос» с дочерью украсили дерево в золотистых и коричневых тонах, включая фигурки балерин и ангелов. Поставили нашу красавицу. В этом году она получилась особенно теплой, нежной и очень стильной. Водили хороводы с Миюшей, пели песни, выходной удался на славу, призналась Полина в Инстаграм. В числе первых на публикацию откликнулся Максим Галкин. «Счастье! И у нее свои съемки на огоньке», — с юмором отметил юморист. Недавно Сергей Шнуров поскандалил с Полиной Гагариной на шоу «Голос». Певица на вечеринке без мужа обнимала и целовала Екатерину Варнаву. Блондинка в откровенном мини спровоцировала Сергея Лазарева на шалость.